Всем привет! Сегодня приготовим усовершенствованную версию популярного салата оливье. В основу берем копченую грудку, очищаем от кожуры и нарезаем небольшим кубиком. Тем временем отвариваем 4 картофелины в мундире, 2 моркови и 4 куриных яйца. Курицу высыпаем в глубокую емкость и убираем в сторону. Отварные картофель и морковь очищаем от кожуры и нарезаем кубиком. Далее берем лук-порей и нарезаем кольцами. На ваш выбор берем 2 свежих или соленых огурца, нарезаем мелким кубиком и высыпаем к остальным ингредиентам. После этого также кубиком нарезаем отварные яйца. Высыпаем в салатник, хорошенько подсаливаем, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем. Ну и конечно, какой же оливье без зеленого горошка? Его нам понадобится 200 грамм, это половина большой банки. Все перемешиваем, красиво выкладываем на тарелку и наслаждаемся. Приятного аппетита и спасибо всем, кто подписывается.